В работе Красноярского экономического форума приняли участие и председатель законодательного собрания края Дмитрий Свиридов и краевые депутаты. Центральная тема обсуждения – выход экономики края из пандемии и ответ на вопрос, как будем жить и развиваться дальше. Парламентарии посетили площадки экологии, поддержки бизнеса и ряд других. Отдельно они остановились на вопросе внедрения цифровизации в социальные и бизнес-проекты края. Часть принятых на форуме решений долгосрочные, отметили депутаты. Соглашения и стратегии призваны стабилизировать экономику и в текущем, и в 2022 году. Как отметил спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, ключевой вопрос повестки – это стимулирование инвестиций, а избежать пандемийного кризиса помогут и уже помогают крупные грантовые предприятия. Они должны стать локомотивом и дать возможность и подтянуть тем самым, собственно, те отрасли и предприятия, особенно малого и среднего бизнеса, которые наибольшим образом пострадали от пандемии. Конечно, мы сегодня отвечаем на вопрос, как жить дальше. Масса тех решений и идей, которые здесь прозвучат, они, безусловно, будут нами в том числе вноситься даже в виде наших ЗАК-инициатив. То есть это, по сути, площадка для выстраивания диалога и коммуникаций для обоснованного, взвешенного принятия тех или иных экономических решений.